Находимся в Бердянском зоопарке. Костик кормит. А ну, Костик, дай. Да. Прикольная. Это, кстати, у нас лама. Вот, смотрите, какие интересные животные. Эти ламы. Посмотрим их. Ну-ка. Ля, что они там высмотрели? Ля, хрумают как люди. Прикол. А вот обезьянки. Ля, макаки. Надеюсь, вам слышно, как они орут. А чё орут? С голода, может? Вот. Макак японский. Крикливый, однако. И зад красный. Все как у макаки. Зебра. А ну-ка. Вот вам зебреночек. Да, два, только один меньше, один больше. Вот он, полосатый конь. На полный экран, считай. Отлично видно. Смотровая площадка на пеликанов. Вон утки, вон пеликаны. Видите, у них какой клюв и мешок для рыбы. Красота. Сейчас покажу еще отсюда. Вот пеликаны. О, как видно. Костик замечтался, да? Хотел посмотреть, как они рыбу ловят. Вон еще целая куча их. Тут он утка такая, раз, приходит. А есть что пожрать, нет? Офигеть. Посмотрим альпак. Посмотрите, какая у нее челка. Как у человека прям. Катя, они сейчас тебя укусят. В зоопарке вообще-то. Находимся в зоопарке, если что. Если кто-то забыл. Гляньте, у них малыш. Тоже альпака. Привет, альпака. А ну-ка, приблизим. Какие у тебя зубы страшные, после к зубному. Ля, такой он матерый. Класс. Медведь. Класс. Мишка большой, конечно. Ну, такой средний. Не самого большого размера. Но красивый, пухнатый такой. А ну-ка, сейчас я снимем. Пробежку делать, чтобы не залеживаться. Это гималайский медведь. Вот, уссурийский гималайский медведь. Да, должен быть фонтан. Вид, конечно, красивый. С пеликанами. Но пеликан это, конечно. Вид да он, конечно, Костик. Такие Катя ушла. Вот так вот. Не, ну красиво здесь прудик. Ля, какая интересная. Сено привезли. Куда ты ушла? Да, обычная сено. Ух ты, а ну-ка. Так, пошли ездить, бабушкин дворик. Смотрите, написано.
Бабушкин дворик. Не, не хватит. Иди сюда. Иди сюда. Барбасик. А ну. Ой. Ну, мистер. Да потрогайте уже я за гриву, ля. О, 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 ага, ага, ага. Голодная, говорит, Санди, я же сено поем, потом приду. Не только сено. Ей кашу принесли. Смотри, как укусила. Сейчас. А ну-ка, стоп, где рука? Ого. Он снял не укус лошади. Ну все, тебе 30 уколов в живот, бешеная лошадь. Сняк. Да вряд ли укусил. Сильно вот больно. Это влажанка-то будет. Вот это да, жесть. Вот так вот руки совать коням. Я думал, бояться лошадей. Я с детства только из-за того, что они улыбаются, а оказывается, они еще и кусаются, чтобы вы знали. Вот так вот. А вот ходит павлин прямо по зоопарку. Значит, мы его сейчас можем наблюдать. Вот он. Три, ой, два. Красавец вообще. Он еще и головой вертит. Да может и два, но я пока одного вот наблизил. И он при том ни заграждения нету, ничего. Просто вот сидит и все. Бегает по всему зоопарку, но поймать его не представляет особой возможности. Ну вот он, я могу поближе подойти, но он убежит. Дайте я его приближу вам. Вот он, красавец. Класс, да? Енот полоскун. Скорее всего, полощет чьи-то вещи. Тазик стоит, а носки уже вытащили. Он уже пополоскал их, постирал, все нормально. И отдыхает, соответственно. Посмотрим, как он отдыхает. А вот Женька наш стоит, а вон рядом с ним на заднем плане спокойненько себе павлин так уходит. А вон еще два. Как будто бы ничего не происходит. Да. Костя ловец павлинов. О, вот тебе рычит медведь, чтобы ты не трогал павлина. А вон еще маленькие павлинята. Вон тоже такие, оп. Нормально себя чувствуют. Цы. Тихо, коза нас приветствует. Не овцы, а коза написано. И она такая, оп, встала. Говорит, можно меня сфоткать, можно с видео заснять. Костя, ну ты сам как козел себя ведешь. Ну зачем? Я привлекаю. Видите, как она близко подходит к людям? Да, дай им, Кать. Кого, руку? Да не руку, а эту дай, что взяли, этот. Ля. Катя бесстрашная, конечно, капец. Погладила козу, нормально все. Так, бе, а ну. Дай ей вот этот, или ей нельзя? А я не знаю. Ой. А лянь, к людям подходит, не боится. Слышите ее звуки? Хрюкает это не она, если что, это маленький поросенок. Чтобы вы не думали, что хрюкает коза, то вот. Да, братья. Ну, как бы, не такая она прям и большая, конечно. Большая свинья, говорит, размером с котенка. Вот это большая свинья, очень. Ля, как бежит. Смотрите, какие они крупные свиньи. Мастер-3. Тупо контактный зоопарк. Дети в шоке. Всем очень нравится. И сзади нас, как раз пока все отвлеклись, бегает павлин. То есть пока смотрим этот самый осенний, вон. Смотрите, коза подходит очень близко, очень. Она вообще с нами домой может пойти. Вот взял так ее чисто в карман и все, и пошел. Сумку бери. Тут сзади павлины тоже в карман хотят. Катя открывает сумку, ложит козу и идем домой. И козлик такой говорит, слышишь, дайте мне что-нибудь, а? Ля, настолько дружелюбные звери, что я и не думал, что в зоопарке именно так. Ля. Очень интересно, конечно. Да тихо. Дети, животные, все вместе. Очень дружелюбная козочка оказалась. Как она так запрыгнула? Как понимает все. Ты голодный или козел голодный?
Не а ори. Он только заметил. А тут свинки в это время мелкие. Ля. К Арсению козла подошла. Коза вышла из-за загородки и тупо начала с нашими детьми знакомиться. Главное, она ж не нападает, все нормально. Погладил ее. Ха-ха-ха, такое было, наш контактный зоопарк прям тут был. Конечно, жесть. Львы. Вернее, это львицы. Льва здесь нету, у него грива должна быть. А так как их нету, значит, это львицы. Ну, порычи. Здоровая кошка, конечно. Нам бы такую. Домой, да. Сидит такая именно дома. Вот такая. Ага. И гладишь ее, да? За ухом. Хорошо, я знаю, что это волки. Агрессивные. Вон еще волки. О, папа, глянь, сколько у них мяса. Папа, это стая волков. Да. Овцу как будто разодрали. Да. И вон он тот просто проглатывает. Ну да, видно как раз как они... Вот им как раз тут кто-то блеет, а они думают, что это овца как раз. Папа, это кажется, я овца, овцу съели. Ну, наверное. А может, смотрителя зоопарка? Они вечно... Они вечно требуются. Вожак? Вожак тот, что ест первым, наверное, вот этот. Пока он ест, все смотрят. Значит, это вожак, стопудово. Курочка ездит. Им кинуть ее, что ли? Гляньте, гляньте, как он в прыжке только что. Оп! Ля, как играется. Офигеть. И грива так мяса хватает. Чтоб подбросил бы его и на лету схватил. Отлично вообще. А что это? Соединенный. Не знаю. Те молодые, наверное, просто. Чтоб не дрались. Не, ну тут стая папа, хорошая такая. Две будки и все. Вот это волки издают такой звук. Типа и пищащий. Похож на писк и похож на... Что-то такое вот. Скуление небольшое. Та она не плачет, она издает какой-то звук. Классно видно, конечно, как они едят. Офигеть. Лев африканский. А львы уже наелись, видать, он спит. Красивый. И львица он рядом с ним. Большая, капец. Такие величественные, не отвлекаются на чей-то крик, беготню детей и все остальное. Лежат все спокойненько. Сразу видно царь зверей. А ну еще надо... Звуков, конечно, много здесь в зоопарке. Костя. Среди людей он курочки всякие ходят. А вот в зоопарке. Звуков целая куча интересных. Тихо. Найди курицу, называется, под ногами. Да? Угадай, кто самый-самый, то все, а приз непонятно какой в итоге. Какой приз? Да, нет, я подсматриваю. Вот и
Пеликана угадали. У кого клюв в мешок? Дальше. Это чьи? Перепелки. Подымай, смотри, оно или нет. Точно, перепелка. Не, это либо это, либо это. Курица. Тихо, Костя. Какое? Такое. Прячет голову в песок. В мультфильмах, вон написано. А, я понял. Этот, как его там? Страус. Да? Страус Эму. А это? Тоже страус по-другому. А ну подумайте. Я знаю, это... Африканский сад, ляда, что подглядывала, что ли? Арсений, иди сюда. Кто громче всех? Арсений. Арсений громче всех? Нет, кто-то другой громче всех. Дельфин. Так, дельфин. Где он тут возьмется? Синий кит почти угадал, но не дельфин, а кит. Дельфин. Самый умный? Тигр близко подошел, кстати. Величественный тоже. Такой. И они в траве как будто лежат там. Вот он, тигр. Подходит близко. Вот его можно видеть, голову. Вот он. Вот это да, как ревет, страшно. О, какой красавец. Как та группа в полосатых купальниках, которая хорошо плыла. Это они. Ого, рёв какой. Львы даже так не орут. Сидят все тихонечко, а тигры вон какие. Это за арена. Бабуины. Ага. Да. Владик, ты видишь, что у них родилось? Не, не вижу, где? Там вон же все тискают одного ребенка. Где он? Да, вон он, не той компании. А-а-а. У них малыш один. Маленький там. Вообще малыш. Да что там такое, ля? Что за шума драки нету? Ты смотри, раскричались. Наверное, серый. Вождь. А, вон он маленький-маленький у них. Да, ля, и все его тискают и согревают, что ли. Ля, и всем надо посмотреть, вот всем надо поглядеть, кто там и что там. Ля. Чем-то на людей смахивают, конечно. Наверное, папа это вот этот большой. Так, что тут такое? А кто вы, папа? Копает. Что-то ищет, наверное, потерял. Монету, может, какую. Рубль. Рубль, стопудов. Интересно, у них тут и еда есть, и все есть. Высота, конечно, впечатляет. Забора, вы видите, какая высота, чтобы вы понимали. Отсюда прям весь зоопарк, наверное, видно. Офигеть. Ну да. Вот мы. Вон дети ходят. Вот так вот в зоопарке. Вы слышите это, надеюсь? Красиво. Тоже прудик такой сделали. Обалденно. Вот видно прям как ныряют. Живая природа. Да. А ну еще покричи. Прям видно. Голуби. Обыкновенные, но сделано красиво для них. У нас, походу, на 8-м этаже, на тех этаже можно такое сделать. Тоже курлыщут. Вечно летают по всему подъезду. Вот тут такое вот сделали бы, так хоть смотрели бы люди. Красота. Лайфхак надо нашей этой сказать. Домоуправителю.
заснимем. Ля, ну это просто капец. Не, ну это вообще жесть. Тут эти, нету стекла. А ну, Костя, Арсений, отойдите. Во, ничего себе. Походу это обычное стекло, почти. Почти обычное. Ого. Короче, королевство кривых зеркал. Надо этого. Вот еще зеркало. И вот. Прикол. А тут продолжение королевства кривых зеркал. Опа. Такой оп. Оп. Тут ноги большие, сам вроде не очень. А ну-ка. Опа, ничего себе. Такой мэн именно. Ты шо? А ну тут. Тоже прикол. Следующее. А тут худой, худой. И маленькие ножки. Офигеть. Блин. Класс. А тут, походу, обычная. Ого, у него голос такой на мощный. Рев. Классный, красивый. Ого. Мяу, говорит, ага, стопудово, как кошка, просто мяу и все, да? Только такой именно аж басом. Мяу. Переведи еще, что он говорит. Львиный полиглот, а ну. Ух ты, блин. Чем-то не очень доволен. Говорит, заколебали все. Орёт, может, из-за того, что и есть просит. То вода есть, а еды нет. Огромный лев, конечно. О, еноты. Ля, 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 какой. Много их, красивые такие. Домой такого надо. Во какой. Огромный лев тоже. Второй, лянь какой. Африканский. А вот львицы лежат. Большие кошки. Слышно вам? Вот он, лев огромный. Как он орал? Сильно орал. Белый тигр. Отлично. Красавец какой. Очень красивый. Ты хочешь красивый? Необычный окрас. Белый лев. Вон он. Вон он, красавец.
Класс. Осторожно, верблюды кусаются. Двугорбый верблюд. Ох, красавец. Во. Так не подходи к нему, значит, раскусаются. Не, написано не трогать. Поэтому лучше отойди. Да, отходим лучше. Ну его нафиг. Да, на него можно залезать. Отойди. Отойди. Конечно, нельзя. Ну сам посмотри. Зачем лезть сюда? Че зайцы, че кто? Заволаживает. Да, ля, как прикольно. Ты так будешь? Да. 100%. Ля, он там выделывается на заднем плане. Ты же не кусаешься? Нет. Маленький олень. Маленький олененок. Она его может трогать? Ой, блин. Да он что-то не очень хочет, чтобы его трогали. Ага, стой, он убегает. Мама, олень, вон он, повстрел. Да, уши какие. Ага, тот взрослый, значит, а этот маленький, видишь? Ой, папа стоит. Арсений, она его кусает. Вот видно прямо, как жирафы кушают. Очень высокие. Красота. Прикольно едят. Вот еще одного видно. Жирафа. И вот тут как раз сверху видно пруд. Звуки классные. Дикий виноград.